Добрый вечер, друзья. Хотел вам рассказать, что мы движемся уже к следующей стадии работы над книжкой, которую я планирую издать. История как бы нашей эмиграции. Она будет называться «На виражах эмиграции». Да, значит, и уже рукопись отредактирована, уже рукопись корректором откорректирована. Обе эти работы сделаны в Беларуси, в Минске. Сейчас у нас художественная часть. Вот Оля Скороход. Вы, наверное, видели кое-что из ее работ вот у нас на канале. Ну, те, кто видел. Оля живет в Орегоне. И в частности, вот такие картиночки цветные, которые у нас теперь на заставках видео стоят, вот на этих вот, не знаю, как правильно назвать, thumbnails вот у нас называется. И там с названиями рубрик, вот это она нам сделала тоже. Так вот, Оля поработала над книжечкой, она будет такой красивой, с фотографиями, и будет два как бы издания, что ли. Одно электронное, где у Ольги будет полная возможность отдуплиться художественно там. Вот. И второе издание типографское. Типографское будет черно-белым, поэтому там есть некоторая работа, потому что фотки стали черно-белыми. Потом что еще? Ну, и не только фотки, там еще какая-то работа предстоит по черноотбеливанию, так сказать, вот этой цветной красивой рукописи. И для начала, может быть, мы сотни, две, три там издадим, мы посмотрим, сколько стоит, во чем выходит и так далее. У меня не было задачи эти книжки продавать. Хотя у них будет ISBN number, вот библиотечный, там и будет номер там библиотеки Конгресса США. Они будут доступны на Амазоне. Вот. Ну, я не знаю. Я думаю, если мы там, может быть, за несколько лет там штук там 500 напечатаем, так и слава богу. А так она будет доступна для чтения в таком красивом оформленном виде, в виде файла, со всеми правами. Там, если кто-то хочет напечатать, даже в коммерческом плане, то я как бы никаких прав не предъявляю. Наоборот, я бы хотел, чтобы ее читали, поэтому мне не нужно коммерческого ничего от нее. А нужно, хочется, чтобы читали, поэтому так. То есть полиграфическое издание, оно будет просто так вот там, надпись написать и кому-то подарить, так, для друзей. Вот такой у нас расклад. Значит, сейчас работает издатель над книжкой. И где-нибудь через месяц нам говорят, что появится первый такой пилотный экземпляр. Его отпечатают, дадут нам. Мы будем смотреть, что там получилось. И, ну, если что-то не так, значит, мы должны сказать, что не так. А если все нормально, что предполагается, то дальше мы даем добро, и нам отпечатывают тираж. Все это печатается в Соединенных Штатах, все это очень быстро, рядом. Вот и так. Так что ждем. Я надеюсь, что до конца года у нас появится. Я начал писать эту вещь в ноябре 2011 года. То есть, может быть, к четвертой годовщине начала написания, может быть, у нас уже книжечка появится даже в таком полиграфическом виде тоже. Вот просто такой апдейт. Я знаю, там некоторые спрашивают, где, когда, что, чего. И так далее. Вот скоро будет. Я бы уже сейчас вывесил электронный формат, в электронном формате книжечку, но поскольку у нее еще нет обложки, вот как раз Ольга сейчас работает, вот пока я наговариваю это все, Ольга работает над обложкой. И это, пожалуй, там единственное, что по-серьезному осталось. Нас еще попросили, если можно, отсканировать черно-белые фотографии, которые у нас были отсканированы, отсканировать с разрешением в 300 точечек там на инч,
а у нас там где-то 150 было. Ну, мы попробуем, если удастся, мы сделаем. Вот, а если нет, тогда я не знаю, что получится. Вот, вот такие, ну, как бы маленькие такие шажочки и маленькие проблемки, которые мы сейчас решаем. В общем, все, все на мази. Счастливо!